Кто столкнулся вот с плохим приемом на Toshiba RTS-90? Вот что здесь может быть? Чего я только не делал. Плохой прием FM и все тут. И сделал фильтры разные. Шумит и шумит прием. И полностью изолировал трансформатор. И правильно все развязал по земле. Все равно жужжит. Значит, даже поменял микросхему вот эту вот. ТА-7614АП, вот кроватку поставил, ничего не помогал. Крутил и вот эту катушку, и вот эту катушку, и эту, вот это ZFM, ничего не помогало. Спустя год моих мучений оказалось, что вот в таких катушках, вот, кроме самой катушки, там еще скрыт внутри конденсатор. Они очень низкого качества, и они летят просто-напросто. Вот. И решение во многих случаях, вот когда у вас такой случай, это просто-напросто, то есть поставить новое туда у катушки новый конденсатор. Я ставлю на 30 этих спикфарад. Вот 30 на нем должно быть написано. Но можно поступить проще. Вот если ТА-7614АП, то можете поставить между третьим и шестым выводом вот этот вот 30-пикфарадный конденсатор. Я прям напаял сюда вот. Вот. После чего, значит, настраивайтесь, радио у вас будет уже лучше ловить. После чего вот эту вот катушку крутите, чтобы появился нормальный сигнал, не без искажений, он появится. И чувствительность крутите вот этим вот. Сейчас я более правильно сделаю. Сейчас покажу вам. Вот этим вот винтом тоже добиваетесь минимальных искажений. После чего сам стереосигнал можно отстроить вот этой катушки. Это сдвиг, вот это сдвиг и вот это сдвиг. А это у нас сама катушка гетеродина. Ну и в принципе можно еще появление стереосигнала вот этим вот резистором отстроить. Ну, можно не трогать. В общем-то, все, что влияет на вот эту вот чувствительность. Это, кстати говоря, тоже можно крутить. Ее я выкручиваю самую правую сторону. Это избирательность, катушка избирательности сигнала. Ну вот, и после чего у вас отлично будет радио ловить даже без антенны. Я думаю, такую процедуру можно на любых тюнеров делать. Вот на этом чипе, включая и шарпы, и так далее. Вот. Целый год я мучился, не мог понять, в чем дело. И пропаивал полностью тюнер, что только не делал. Вот. А причина оказалась в том, что эти катушки не простые, а со встроенным конденсатором. На схемах видно, что они под корпусом есть еще и конденсатор. Он, наверное, такого типа серебряного там. И просто он перестает работать. И катушка начинает работать просто как индуктивность, а не как колебательный контур. Отсюда все проблемы. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то помог.